Городской суд Западно-Казахстанской области в составе председательствующей судьи Кинное дело в отношении Хабибулина Альфии Бекетовны. Совершение имеется подсудимым? Нет. Проживайте. Права, предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом, вы имеете право и мнению приводить доводы, получить копию судебного акта, знать о совершил тяжкие коррупционные правонарушения при следующих обстоятельствах. Законами Республики Казахстан об органах внутренних дел, о правоохранительной службе, административных правонарушений. В пределах своей компетенции инспектор Хабиб извлечение материального вывода подставил перед собой цель получения взятки в группе. Суд считает необходимым возвратить уголовное дело прокурору, поскольку не согласен с видами и размером наказания для заключения нового процессуального соглашения. Меру пресечения в отношении Хабибулина оставить прежней.